Они уже победители, прошли строгий отбор и смогли попасть в команду юнормейцев своего региона для участия в военно-патриотических сборах Приволжского федерального округа «Гвардеец-2023». Сергей Черныш из Макшанского района, один из 20 представителей Пензенской области. Вообще, я начал подготовку 6 класса. К этим сборам, то есть военная подготовка меня очень сильно привлекает. Вот. Так, в 10 классе как раз на этих сборах мне удостоило занять первое место по снаряжению магазина, 30 патронов, 17 секунд, и занять третье место по стрельбе. Вот. И благодаря этим достижениям попал на военно-патриотические сборы. Торжественная церемония открытия «Гвардейца-2023» проходит на плацу Пензенского артиллерийского инженерного института. Здесь выстроились команды всех 14 регионов ПФО, а также ребята из Донецкой Народной Республики и Запорожья. Всего 320 старшеклассников. Для вас запланированы встречи с героями Отечества, ветеранами и участниками контртеррористических и специальных военных операций. Их знания и опыт бесценны. Воспользуйтесь этой возможностью. Поздравляю вас с открытием военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». Мы в 9-й раз открываем «Гвардеец» в Пензенской области, и я хочу поблагодарить за эту честь, которая предоставлена нам полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. За поддержку проекта, который помогает молодым людям получить начальные знания в области обороны нашего государства и их подготовки по основам военной службы. Любые состязания – это залог профессионализма. Без них не растет ни один спортсмен, ни один профессионал. Я желаю вам, чтобы вы это время провели с пользой. Во время юнармейских военно-патриотических сборов, которые продлятся 17 дней, участникам предстоит пройти курсы общевойсковой огневой и физической подготовки, побороться за победу в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдать нормы ГТО. Полную трансляцию церемонии открытия сборов «Гвардеец-2023» смотрите на телеканале «Экспресс» в среду 2 августа в 11:30.